уважаемые сотрудники портала «Твилиград», от имени компании «Ростелеком» мне сегодня хотелось бы вручить вот эту заслуженную награду вашему сотруднику, нашему хорошему и доброму другу Юрию Сулину. В нашем всероссийском конкурсе для региональных журналистов он занял второе место. Что, ну, я думаю, нет смысла говорить о том, что это действительно высокое достижение, но в то же время это достижение, которое оставляет возможность для дальнейшего роста. Поэтому надеюсь, что в следующий раз мы придем с дипломом победителя и с большим удовольствием вручим его Юрию. Спасибо большое. Поистине почетное место на рабочем месте. Чтобы у вас были стимулы стараться еще больше, мы здесь дарим вам еще некоторый набор сувенирчиков. Я думаю, что со всей редакцией, которая тоже... тепло будет, да, зимой. Причастно к этому успеху, да, вот так относите, чтобы Ростелеком было видно. Да. Кроме того, для всех сотрудников редакции портала «Твилиград» маленький подарок для Юрия и его коллег. Надеюсь, что действительно он вам понравится. Угощайтесь. Увесистый, надеюсь, кушайте.